Республиканская антимонопольная служба не выявила нарушений в деятельности регоператора по обращению с коммунальными отходами Гринта. Напомню, в программе «Челны-24» мы рассказывали о недовольстве предпринимателей Автограда. Они уверены, компания Гринта – монополист и сильно завышает тарифы на услуги, создавая кабальные условия для бизнеса. По инициативе предпринимателей была проведена проверка. Как сообщили в УФАС, до этого против Гринта уже возбуждали дело по нарушениям антимонопольного законодательства. Ранее антимонопольная служба региона уже рассматривала дело в отношении данного рекоператора. Компанию тогда подозревали в навязывании невыгодных условий при осуществлении вывоза твердых коммунальных отходов для ООО «УК Экспо». Но нарушений не выявили, и дело было прекращено. В деле о тарифах на услуги Гринты, на которые жаловались челнинские предприниматели, УФАС нарушений антимонопольного законодательства также не обнаружила, но перенаправила вопрос в Госкомитет Татарстана по тарифам. По нормативам накопления твердых коммунальных отходов с января текущего года ведутся работы по проведению инструментальных замеров накопления для того, чтобы определить нормативы в отношении 29 объектов. И эти работы ведутся в течение всего календарного года с учетом сезонных природных колебаний.